Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас речь пойдет о болезни, которая называется токсоплазмоз. Это очень серьезное паразитарное заболевание, но, вернее, токсоплазма – это не паразиты, а одноклеточные простейшие организмы, то есть протозоиды, и тем не менее их в народе называют все равно паразитарными инфекциями, и даже врачи так называют. Но дело в том, что это болезнь, при которой наблюдаются головные боли, боли в мышцах, суставах, боли в сердце и животе, ежедневная слегка повышенная температура, как правило, так это происходит. Ну, естественно, снижается работоспособность, а также увеличивается сердцебиение, то есть становится усиленным. Эти признаки очень и весьма характерны для вот этого заболевания, которое называется токсоплазмоз. Значит, признаки болезни начинают проявляться и, ну, ощущаться человеком довольно-таки поздно, после того, как это заболевание уже себя давно проявило в организме, да вы не чувствовали. Но когда уже серьезно поражены главные органы, печень, селезенка, например, сердце, головной мозг, лимфатические узлы, ну и так далее, скелетные мышцы, в том числе и глаза. Как же можно заразиться токсоплазмозом? Очень просто. Ну, во-первых, через плохо прожаренные, пропаренные разные животные ткани, то есть мышечную ткань, которую называют мясом животного, больного животного. Самый распространенный путь – это общение с больной, конечно, зараженной кошкой. И это 90% всех заражений. Имейте в виду кошки, которые ходят по улице, особенно в городах, которые общаются с другими кошками, которые, так сказать, могут быть носителями, являются опасными носителями этого заболевания. И это передается уже человеку путем общения с больной кошкой. А вы знаете, как некоторые чуть не лижут языком своих кошечек любимых и так далее. Ну вот вам 100% путь заражения. Так вот. Есть другие пути заражения? Есть. Например, через немытые овощи и фрукты, загрязненные фекалиями кошек, ходят по дачу кошки по вашим там 6 соткам, 100 соткам и так далее. Испражняются, прочее. Дальше это может попасть в почву и дальше на петрушку, укроп, сельдерей, там морковь, неважно на что. Так вот, фекалии кошки – это основной источник расплода этой паразитарной инвазии. Так вот, при заражении беременной женщины, что важно знать всем, плод погибает в первые месяцы своего развития. Поэтому до зачатия, дорогие молодые пары, обязательно проверяйтесь на токсоплазмоз. Обязательно, что я советую в моей лекции по паразитам, посмотрите ее, кстати, это жизненно важная лекция, целиком и полностью, длинную, 4-часовую, уж найдите на это время. Так вот, до зачатия пройдите анализ, уберите обязательно животных, я имею в виду кошек в первую очередь, конечно, кому-то из родственников, хотя бы на время беременности и вынашивания первые месяцы ребенка. Тем не менее, обследоваться надо и установить диагноз точно может только врач после всех проведенных результатов серологических реакций крови и прочих обследований, потом внутрикожной пробы. Обязательно учтите, что должны врачи сделать все эти, не один какой-то, а все необходимые пробы взять, чтобы точно убедиться, что нет этого заболевания у вас. Или есть, тогда надо лечиться. Значит, лечение токсоплазмоза в больничных условиях происходит комплексной терапией, такими препаратами, как, например, хлоридин, сульфадимезин, супрастим, ну и другими. Ну а что я могу здесь сказать по лечению не лекарственными средствами? Вот это как раз тот редкий случай, когда придется лечиться и лекарственными, вот этими медицинскими, уж извините, здесь по-другому никак, средствами, но одновременно и обязательно принимать другие препараты, растительные и прочие, о которых я сейчас чуть далее расскажу. Значит, но надо сказать, что для предупреждения этого заболевания необходимо также обеспечить абсолютно систематический, регулярный ветеринарный надзор за домашними кошками, потому что они могут заразиться от диких, от беспризорных, от других домашних кошек через посредством, так сказать, прямого контакта предметов каких-то и прочим, и прочим. Поэтому своевременно делать надо прививки. Строго соблюдать личную гигиену, о которой, кстати, подробно я рассказываю в лекции о паразитах, опять-таки же. Потом, необходимо тщательно, регулярно мыть руки и ваши, и лапы, так сказать, кошки, которая на улице была обязательно. Дезинфицировать предметы, с которыми она играет и так далее. Дезинфицировать дверные ручки спиртом или специальными стерилизаторами, которые генерируют ваш свободные вот эти гидроксилорадикалы и буквально за 5-10 секунд разрушают все известные вирусы, грибки, бактерии. Посмотрите, вот этот стерилизатор. Теперь, далее, помните, что вот этот возбудитель токсоплазмоза сохраняется в почве год и даже полтора, в зависимости от условий его, так сказать, пребывания в почве. Обязательно тщательно все
дезинфицировать в плане постельного белья, предметов, так сказать, каких кладете, тряпки или что-то там, кошки, коврики, парогенераторами, озонаторами, что очень важно. Посмотрите вот это видео про озонаторы. Ну и так далее, и так далее. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто еще не подписался. И не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях. Подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну, если, конечно, вы сочтете это нужным. Я рекомендую. А теперь давайте я подведу некие итоги и перейдем к непосредственным методикам лечения данного заболевания. Но, во-первых, стоит еще сказать то, что токсоплазмоз может не проявлять себя очень долго в организме человека, даже десятилетий. А люди просто даже и не представляют, что у них есть это заболевание. Но риск активизации, то есть, как я всегда говорю, из латентной формы, то есть скрытой, в активную, явную, видимую, переходят тогда и активно размножаются и проявляют себя, когда какие-то есть серьезные осложнения или провоцируют какие-то болезни хронические, травмы, сильные стрессы и так далее. И вот тогда иммунитет резко снижается, и вот это заболевание, как и многие, впрочем, другие, себя начинает проявлять активно. Немного важной статистики. Ну, во-первых, каждый третий житель нашей планеты заражен токсоплазмой. Ну, примерно каждый пятый житель России является носителем его. В странах Африки, Южной Америки, ну и также части стран Юго-Восточной Азии из-за ужасного соблюдения, то есть никакого правил гигиены, до 90-95% населения поражено токсоплазмой. Ну, оттуда и общая статистика из-за того, что численность людей в этих странах выше, чем во многих других странах и регионах мира. Из-за того, что многие люди пишут, что я слишком сложно объясняю или термины, или долго, я не буду говорить о цистах, там, тканевых цистах там, и так далее. То есть стадии развития этого простейшего организма в организме человека, там половую часть, бесполую жизненного цикла, не буду, да? И вот перейдем к следующему. Токсоплазмоз бывает врожденный. Это когда ребенок уже рождается с этим заболеванием, зарождаясь внутриутробно, через плаценту. Да, это как раз происходит. Почему так и опасно при беременности? Но бывает приобретенный, когда в течение жизни может человек заразиться. Дело в том, что в зависимости от срока беременности врожденный токсоплазмоз можно разделить на две части. Это ранний врожденный и поздний врожденный. Вот этот ранний врожденный токсоплазмоз, это когда в первые месяцы или недели мать заразилась. Дело в том, что вот этот ранний врожденный токсоплазмоз, как правило, и приводит к гибели плода. Ну и самопроизвольному абортированию, многие не понимают, почему вроде бы не ударялось сильно и так далее. Мертвое рождение ребенка, вспомните даже классическую литературу, часто бывало, а это именно с этим связано, как правило, хотя бывают и другие причины, но как правило. А вот дело в том, что обычно, это бывает так, коллеги и врачи обсуждают, смотрят, женщины изучают все нюансы, и уже потом, как говорится, решают вместе с матерью о целесообразности дальнейшего сохранения беременности. Страшно звучит, но вот это действительно серьезнейшая проблема, о которой должна знать каждая молодая семья, каждый ребенок, уже когда он способен воспринимать эту информацию. Но позднее, это когда вторая половина беременности. Дело в том, что при позднем врожденном токсоплазмозе ребенок выживает часто, но рождается с признаками вот этого специфического генерализованного токсоплазмоза. Ну, например, увеличенная печень или селезенка. Вспомните тоже об этом сразу, имейте это в виду. Естественно, существуют разные формы врожденного токсоплазмоза. Острая, хроническая форма. Есть определенные симптомы, все это можно посмотреть. В интернете об этом я говорить не буду. Теперь дальше. Существует три формы приобретенного токсоплазмоза. Острая, хроническая и латентная. Важно знать признаки, критерии. Но чтобы вы могли хотя бы понять, по каким признакам вы, допустим, опасаясь, видя, что, возможно, именно это заболевание у вас или у кого-то из родственников, родных, смогли бы пойти и провериться. Как чуть дальше? Давайте расскажу про симптоматику. Ну, во-первых, вот острая форма, она характерна таким острым началом заболевания, от чего люди и пытаются изучить, обследуются, что же у них происходит. Во-первых, повышенная температура тела, постоянно 38-39, хотя это могут быть проявления, конечно, любых воспалительных и прочих проблем, тем не менее. Явные признаки интоксикации организма, снижение аппетита, боли в мышцах, суставах, слабость, увеличение, например, лимфоузлов, например, обычно это шейных, затылочных, они увеличиваются в размере и более плотными становятся в этом случае. Ну и увеличение печени, селезенки. А помимо этих
указанных вариантов. Например, проблемы и высыпания на кожных покровах. Помните мою лекцию, посмотрите, кто не смотрел, про грибковые поражения и, как следствие, проявление на коже этих внутренних проблем, грибковых инвазий. Это, так сказать, различные дерматиты, псориазы, нейродермиты. Что касается данного случая, вот, например, пятна, папула, пузырьки могут быть, а также признаки поражения головного мозга, энцефалит и так далее, различные варианты менингоэнцефалита, к примеру, да. Ну, а хроническая форма, она характеризуется проявлением на таком протяжении длительного времени, вялотекущей, 37-38, различные проявления интоксикации периодические, например, поражение глаз, сердца и вообще мышечной системы. Увеличиваются лимфоузлы, как правило, шейные, надключичные, подмышечные, паховые. Помимо этого, нервозность, какая-то такая повышенная слабость, при этом головные боли, нарушения памяти могут быть. Болезненные ощущения в мышцах и суставах. Это иногда можно с трихинеллой спутать, потому что мышцы ломят, болят. Но тогда имейте в виду, что и другие симптомы должны быть обязательно быть. А трихинеллез – это паразиты, то есть листы. Это смотрите мою лекцию по паразитам. Так вот, эта хроническая форма токсоплазмоза может привести к поражению таких систем и органов, например, нервной системы, эндокринной, да, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта, ну и так далее, например, зрение ухудшится может тоже запросто. При поражении ЖКТ бывает обычно что? Нарушение стула, снижение аппетита, снижение массы тела, боли в животе, увеличена печень, ощущается ее болезненность, нарушение работы поджелудочной железы. Часто говорят, вот виновата это или то. Но не учитывают факторы, предположим, проблемы с поджелудочной железой, что, во-первых, некоторые паразиты, такие как, например, анкилостомы, являются частой причиной проблем с поджелудочной железой. И в том числе токсоплазмоз. При поражении, например, сердечно-сосудистой могут изменяться, учащаться вот эти сердечные сокращения, то есть тахикардия возникает, да, тахикардия, как правило, проявляется. Пониженное артериальное давление, кстати, ниже 120 на 80. Вот, это тоже надо иметь в виду. Ну, а что касается нервной системы, это, понятно, раздражительность, нарушение сна, работоспособность, депрессии и так далее. Если эндокринка, то нарушение менструального цикла, бывает импотенция, то есть понятно. Также гипофункция, то есть недостаточная работа щитовидной железы. Что касается патологических состояний глаз, то это, например, воспаление сосудистой оболочки, увит, так называемый. Конъюнктивит может быть, ирит, это воспаление радужной оболочки. Ну и воспаление сосудистой оболочки, сетчатки и так далее, и так далее. Да, ну и какие проявления этого? Значит, какие-то болезненные ощущения в глазах, покраснение глаз, слезотечение частое, к свету раздражительность, такая повышенная чувствительность. Теперь, есть еще латентная форма заболевания токсоплазмозом. Она проходит бессимптомно, долго, как правило, только обнаруживается при проведении каких-то исследований. Дорогие друзья, советую обязательно провести исследования, какие чуть дальше скажу. Каждому надо провести это. Очень высокий риск заболевания у каждого человека. В детстве, по крайней мере. Правила гигиены уж точно никто не соблюдает. Ну, а теперь, что касается диагностики. Так вот, она в себя включает в обязательном порядке сбор анамнеза. Полностью профессиональный врач должен расспросить про образ жизни, про какие были заболевания, симптомы и все прочее. Но обследование больного непосредственно, значит, что здесь врач должен выявить? Ну, во-первых, понятно, что температура, когда, как, в данный момент повышена ли, увеличена ли печень, селезенка, увеличены ли лимфатические узлы, как давно, где, так сказать, и так далее, да? Ну, а какие надо сдавать анализы? Обязательно лабораторные исследования, помимо того, что субъективно, то есть, скорее всего, по разным критериям видно, что есть эта проблема. Тогда серологический метод является эффективным, то есть он является методом диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний. Оно осуществляется путем забора крови венозной и дальнейшее ее центрифугирование для получения сыворотки, то есть отбора жидкой части крови. Ну, затем материал исследуется на наличие специфических антител, то есть в диагностике токсоплазмоза используются вот эти вот серологические реакции, которые необходимо подтвердить или опровергнуть. Ну и, значит, если будет интересно, подробно о них я напишу. То есть описание реакции, табличку, ну, по ссылочке дадим под видео, хорошо? Так вот, окончательный диагноз устанавливается лишь полного, запоминайте, да, повторного исследования сыворотки. Вот это вот важно знать, обязательно каждому. Иногда стоит пройти инструментальную диагностику, потому что при токсоплазмозе, естественно, как я говорил, уже поражаются различные органы и системы. Ну и это бывает необходимо, чтобы выбрать правильную методику лечения. То есть надо пройти ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Понятно, что печень обязательно, да, из них.
поджелудочной железы обязательно и категорически, селезенки. Потом для исследования сердца надо обязательно пройти электрокардиограмму, обязательно рентген мягких тканей и легких, да? Ну и, конечно, рефрактометрию, потому что очень часто бывает, что люди, вот зрение портится, они поймут почему, и вроде объективно и питаются правильно, а вот это как раз бывает часто, да, то есть именно из-за наличия токсоплазмоза. Также еще периметрию, то есть тоже такое исследование глаз специфическое. Вот эти два исследования обязательно надо сделать. И вот если женщина еще не рожала, но у нее обнаружены антитела МИА, да, то есть специфические, то есть которые говорят о наличии токсоплазмоза, а также вот это заболевание токсоплазмоз протекает с выраженной клинической картиной, то есть наблюдается поражение системы органов, о которых я говорил выше, то нужно значительное и серьезное комплексное лечение, чтобы впереди была возможность потом у данной женщины рожать. Это антибиотики, к сожалению, я против них, но есть действительно случаи, когда это необходимо. Ну, это даже иногда применяется химиотерапия. Кстати, как применить химиотерапию без вреда для иммунной системы? Наоборот, например, при онкологии, извините, отклонюсь от темы, но важно сказать, вот что требуется применять, какие грибные препараты, которые усиливают действие химиотерапии, но при этом не уничтожается иммунитет. Проверено на гигантском количестве людей с тяжелыми формами онкологии, когда врачи дают по 10-20, иногда и больше курсов химии, удивляются, а почему все в порядке. И действительно побеждается порой онкология, когда она допустима, я имею в виду работу с химиотерапией при онкологии врачей. Это определяют хорошие специалисты. Но вот эта добавка существенная к реабилитации, к дальнейшему курсу лечения, иммунитет поднять можно потом. Значит, такая терапия помогает значительно снизить тяжесть течения токсоплазмоза и предотвратить повторные и серьезные органические поражения внутренних органов. Это очень важно понимать. Я должен был об этом сказать. Значит, говоря о лечении острой формы токсоплазмоза, надо, во-первых, сказать о препаратах, применяемых в медицине, кратко. Дадим таблички, расчет, как применять. Это будет по ссылочкам. А потом буду говорить о народных методах и как их совместить, да, то есть, собственно, чтобы уменьшить воздействие на иммунную систему, негативное от химпрепаратов, ну и, возможно, в латентных формах обойтись и без химических препаратов. Итак, острая форма. Во-первых, тут применяются обязательно противомалярийные препараты, которые обладают именно противомалярийным эффектом и губительное воздействие на токсоплазму они как раз оказывают. Как, какие препараты, дозировки детям, взрослым, все будет по табличке, смотрите под данным видео по ссылочкам. Значит, данное лечение очень негативно влияет на костный мозг, поэтому необходимо, если уж это и делать, потребление большого количества фолиевой кислоты. Ну, это, собственно, относится к группе В. Вся группа В содержится в соке проростков пшеницы, поэтому я рекомендую либо пшеницу проращивать и зеленую массу отжимать в специальных шнековых соковыжималках и по 30 мл в день до еды за 20-30-40 минут выпивать, либо покупать. У нас есть, например, таблетки вакуумные, то есть уже не нужна ни заморозка, удобное хранение, перенос. 4 таблетки заменяет 30 мл концентрата сока полную дозу со всеми сохраненными питательными и лекарственными веществами, да, содержащимися, так сказать, в соке проростка пшеницы. Поэтому, но для взрослых, и если масса тела больше 60 кг, я рекомендую через неделю применения, смотрите, реакция хорошая, увеличить дозу в 2 раза, то есть 8 таблеток в день можно разбить на 2 приема до завтрака и до обеда, скажем, за 40-50 минут или за час до еды. По 4 таблетки, запивая водой, в этом случае 4 баночки нужно на один текущий месяц лечения. Если 4 таблетки, то 2 баночки. Плюс спирулину обязательно, только дикую спирулину есть, по чайной ложке 2 раза в день взрослому. Увеличить дозу до 2-3 чайных ложек в день в течение 2 недель. Ребенку от пропорции массы тела 60 кг взрослого делите на массу тела ребенка и уменьшайте, тем самым получите пропорцию в 2-3 раза уменьшить дозу от взрослого приема препаратов. То есть от массы тела. Все витамины, собственно, группы В вы получите. Ну ладно, кроме В12, но это в данном случае тут не имеет значения. Это имейте в виду. Так, при остром токсоплазмозе, да, комплексно с этими противомалярийными препаратами нужно, и врачами индивидуально, конечно, назначаются некоторые антибиотики. Ну, например, тетрациклинового ряда или макролиты, допустим. Они тоже действуют отрицательно на вот протозоидных, в том числе на токсоплазму. Какая дозировка? Как применяется, что, какие препараты, тоже будет указано ниже. Помните, также часто врачи применяют метронидазол, наш аналог отечественный, трихополу импортному. Это применяется и при различных других простейших при заболевании в курсы лечения входят. Помните, что разрушает, естественно, печень,
у всех есть побочные эффекты, это надо иметь в виду. Значит, поэтому в периоды прохождения такой терапии надо укреплять печень. Как? Очень просто. Расторопша, берете семена, размалываете в кофемолке, либо в микроблендере, и по столовой ложке 3 раза в день взрослому. Начнете, может быть, с половины столовой ложки, увеличиваете в течение недели дозу до столовой ложки порошка 3 раза в день до еды, предположим, за 30 либо 40 минут до еды. Ну и запивая водой. Долго. Для восстановления печени это нужно принимать несколько месяцев, до полугода. Но печень будет как у младенца. Теперь, что касается при лечении острого токсоплазмоза у беременных женщин. Вот здесь все аккуратнее, нужно предотвратить развитие врожденного, так сказать, токсоплазмоза у ребенка, как минимум, да, если уже это произошло на последних стадиях заражения или на второй половине беременности, и ребенка надо спасать, то при лечении острого токсоплазмоза в данном случае применяется препарат ровамицин, вот, который после, скажем так, 16-й недели, не ранее, назначается женщине в дозировках, которые укажем под данным видео. Ну и для профилактики врожденного токсоплазмоза еще применяются другие препараты. Хлородин, например, там скажем. Аминохинол, предположим. Так вот, в хронической форме заболевания находится в форме цист, то есть окукленных таких защитных яиц, оболочек. Поэтому и антибиотики, и противомалярийные, и прочие препараты здесь бессильны. Яйцо, это циста, защищена очень хорошо. Поэтому здесь нужно применять другой подход. Для лечения хронической формы применяется, во-первых, прием иммуностимулирующих препаратов. И желательно, конечно, это грибные препараты, натуральные. Применять они те, что в медицине назначаются, например, комбинации таких препаратов, как веселка, шитаки и, скажем, рейши в начале, первые два месяца. Подробнее об этом можно узнать у меня, к примеру, в лекции «Гриб шитаки». Потом, проведение противоаллергической терапии. Но, собственно, скажем, те же грибные препараты обладают этими свойствами, поэтому здесь тоже не нужны химические препараты. Потом, вводят врачи токсоплазмин, специальное такое вещество, которое разрушает эти оболочки, высвобождая, чтобы можно было подействовать на возбудителя. Ну и проведение специального ультрафиолетового облучения, имейте в виду, у кого проблемы с кожей, у кого, не дай бог, предрасположенность к меланомам и прочее, или, не дай бог, что-то подобное есть, нельзя это проводить, это тоже понимать надо. Значит, ну, иммуномодулирующая терапия, описывать я ее не буду, и не обязательно применять вот эти всякие ликопиды, там, тимогены и прочие химические средства, а натуральными можно обойтись вполне. Потом, укрепление иммунитета – это ряд комплексных мероприятий. Во-первых, изменение питания. Если вы питались неправильно, неадекватно. Имеется в виду, нужно максимально приблизить свое питание к видовому живому питанию. Смотрите мои лекции, например, такие, как «9 причин болезней», и вы поймете, о чем речь. И посмотрите обязательно лекцию по пищеварительной системе и очищению организма. Значит, в любом случае введите в рацион питания пророст, кунжут, амарант, глазерного овса. Обязательно пейте зеленые коктейли, где за основу берется брокколи, ну, а потом вода, и, естественно, добавляется зелень, такая как укроп, петрушка, сельдерей, крапива, сны, дикоросы, да, там листья дуванчика по весне, когда молодые листья березы, и любые огородные культуры зелени. Можно для вкуса или банана, или яблоко, и, скажем, это пить 2 раза в день, по стакану, по 2, по 3 даже. И это очень важно и полезно для укрепления иммунитета. Ну, а что такое иммунитет? Это те самые иммунные клетки, лимфоциты, макрофаги. Эти клетки синтезируются нашим организмом, костным мозгом, а это белки, поэтому нужно обеспечить организм аминокислотами в достаточном количестве для синтеза необходимых белков уже нашим организмом. А это, соответственно, дополнительно, если особенно мышечная масса слаба и недостаток, это видно и ощутимо, то тогда можно применять как раз спирулину, потому что в ней 68% белка. Ее можно добавлять в те же зеленые коктейли в виде порошка, можно в салаты, в виде таблеток можно просто принимать по 7-8 взрослому, 2 раза в день, дойдя через неделю-две до 20-25 2 раза в день. И помните, все незаменимые аминокислоты, там есть все 8 из 8, все 26 из 26 вообще аминокислот там в ней есть. Ну, а уж если совсем нужна мышечная масса большая, смотрите мою лекцию по наращиванию мышц, и там вы поймете, что можно еще. Естественно, все питательные элементы должны быть включены в рацион безвредным путем, если пойти, это 3 продукта. Это фокус, уникальный и единственный поставщик вообще всех микро- и макроэлементов хелатной, то есть органической ионной форме в организм. И не будет ни в одном элементе, микро- и макроэлементе, дефицита. Второе – это сок проростка пшеницы. Третий продукт – спирулина. Спирулина применяется во время еды, сок проростка и фокус до еды. Как применяется фокус, что это такое, для чего он нужен, смотрите вот эти несколько видеороликов по фокусу. Также я хочу дать рекомендации по продуктам питания, особым, важным, влияющим на подавление токсоплазмоза. Во-первых, это еще раз хрен, лук, чеснок, понятно, это все знают. Но помимо щавель, шпинат, петрушка, многое другая зелень, потом
конечно, гвоздикой. Обязательно, кстати, можно молоть по пол чайной ложечки 2 раза в день до еды, запивая с 3-го месяца лечения в течение 10-15 дней, но не более, для взрослого человека, вот такую дозу запивая водой молотой свежей гвоздики. Конечно, куркума, но я советую, дорогие друзья, не порошок, это очень слабый эффект будет. А огромный, небывалый эффект, кто не пробовал еще, это сок корня куркумы, концентрат. К примеру, вот есть у нас на сайте, если захотите, посчитаете нужным, пожалуйста, можете приобретать. Это бельгийский органический биоэкстракт корня куркумы, концентрат, сок. Потом перец, разный, и кайенский, и черный, и красный. Подходит и тоже в салаты можно добавить. Корицу, корень имбиря. В свежем виде лучше, конечно, чем в сухом. Но и редиска, и редька, любая, зеленая, черная, белая. Ну, в общем, любая редька тоже подходит. Помните, для укрепления иммунитета не особенно много употребляется йода в период, ну, скажем так, борьбы с этими паразитарными, простейшими. Поэтому, например, фукус, как содержащий большое количество йода, будет очень важен. Ну, а также фейхоа, сезонные ананасы, тоже содержат много меди, спаржа, ну и кедровые орешки, например. Смотря от региона, сами выберите, где вы живете, какие возможности у вас есть и так далее. Очень важны ягоды, такие как черника, черная смородина и голубика лесная дикая, черные, да? Плюс черноплодная рябина, которую так можно есть в свежем виде, но об этом я говорил и по-другому. Про шиповник, боярышник было сказано. Еще калина, особенно перемолотая с косточками, можно добавить немного сиропа топинамбура для смягчения горького вкуса. Очень сильное средство, которое можно месяц потреблять, и вместе с теми травами будет эффект близкий к 100% даже при тяжелых формах. Если калину потреблять прямо перемолотую в мощных блендерах, типа Vitamix с косточками, толстые плотные косточки у нее. Так вот, у нас есть такой в замороженном виде, если что. То есть мы, не знаю, есть наличие в данный момент, когда вы будете это смотреть, но тем не менее. Облепиха, безусловно, земляника тоже укрепляет иммунитет. И вообще любые дикие ягоды, дикая полевая клубника и прочее, очень важны в сезон особенно. Помните, сладкие ягоды не смешивайте с орехами. Это несовместимый между собой продукт. То есть углеводы с белками не смешивайте. Ну, вот такие дополнения по питанию я хотел дать. А вообще очень подробно у меня есть такой мини-инфопродукт номер 17. Там нюансы, когда ослабленный организм, даны общие рекомендации по питанию, имейте в виду. Ну вот это, пожалуй, тоже надо было сказать. Теперь дальше. Ну, естественно, проводник всех питательных веществ, растворитель ядов, токсинов, который выводится из организма, это вода. И вода должна быть как растворитель чистая, химически чистая. Между молекул воды не должно быть растворено никакого вещества иного. Поэтому кисель, морс, чай и так далее – это не растворитель, а раствор. А вода должна быть растворителем. Поэтому водородная вода с коэффициентом поверхностного натяжения определенным, близкой к 41 на квадратный сантиметр. С ОВП отрицательно, минус 200-500-700. И вот это обязательно учтите. Это 30% к успеху выздоровления. Вот именно такая вода, которая обладает определенными физико-химическими свойствами. Посмотрите вот это видео «Вода творит чудеса». Вот эти видео по воде обязательно будут ссылки под данным видео, которое вы сейчас смотрите. Ну, а дальше, соответственно, профилактика. Давайте закрепим этот вопрос, это важно понять, чтобы не заразиться впредь, и дай бог не заразились, чтобы этого не было. Во-первых, это соблюдение правил гигиены, о которой я очень подробно говорю в моей длинной лекции по паразитам. Обязательно ее посмотрите, она вам тоже очень важна будет, эта лекция, ну плюс эти советы. Исключить контакты с кошками, либо очень хорошо работать с дезинфекцией, обработкой, то есть животных, постоянными прививками, исследованиями, все равно это огромная зона риска. Потом нужно исключить попадание в пищу, да и вообще лучше не есть это, так называемое мясо, всякие фарши и прочее, потому что это неестественная и нечеловеческая пища. Что касается сырых овощей, фруктов, ягод, обрабатывать. Либо это озонирование, в воду класть и озонировать. Посмотрите вот это видео про озонатор. Либо обрабатывать другими вариантами, например, уксусом 2-3% раствором на полчаса класть в кастрюле с водой. Либо хотя бы уж хорошо мыть, протирать и щеточкой, и под водой проточной, и так далее. Да? При планировании беременности необходимо и категорически сдать анализы на токсоплазмоз женщине, а также всем домашним. Ну и, конечно, вести жесточайшую гигиену в этот период. Животных лучше убрать из дома в этот период. Ну, кошек, по крайней мере. Ну и, конечно, укреплять организм.
адекватное питание, ночной сон, обязательно с 11 вечера до 3 утра должна быть глубокая фаза сна в полной темноте, чтобы гормон мелатонин вырабатывался. Он не только нужен для роста детей, он еще и противораковый, очень мощный гормон, который, так сказать, важен каждому человеку в любом возрасте. Он координирует работу некоторых других гормонов. И это тоже учтите. Никакого Wi-Fi проклятого излучения не должно быть. Все, что касается электромагнитных излучений. Но, дорогие друзья, посмотрите вот это мое видео Wi-Fi рак головного мозга. А также видео с Тюняевым, моих встреч у меня дома, вот эти лекции, где освещаются подробно вопросы по защите от электромагнитных излучений, как это возможно сделать. И, так сказать, вот вся логистика этого вопроса там объяснена, ответы на вопросы и прочее. Ну, скажем так, это ликвидация безграмотности в данных вопросах, в том числе у физиков, которые думают, что они все знают, как что происходит в природе. Так, хорошо. Теперь давайте переходим к лечению уже народными средствами. Скажу лишь вначале то, что необходимо комбинировать, если уж серьезное дело, и надо лечиться в том числе вот этими средствами, что я выше называл, синтетическими, химическими, то это делать надо наряду, тогда можно уменьшать и дозы, и менее продолжительный период, то есть принимать химические средства надо вместе с натуральными. А если это латентная скрытая форма, если эта же острая форма прошла, профилактически можно применять вот эти народные средства, то есть травы, о которых я сейчас вам скажу. Итак, самое сильное здесь, конечно, помимо трав, это прополис или по-другому пчелиный клей. И, конечно же, я не рекомендую спиртовые настойки применять, поскольку спирт в любых его дозах, кроме буквально 1-2 капель, а это бессмысленно, поэтому и говорю, что не буду говорить про спиртовую, любое количество спирта вред приносит организму, поэтому я говорю о водном экстракте. Для его приготовления, а нужен 20% водный настой прополиса, надо взять, например, 200 грамм вот этого прополиса самого, хорошего, чистого, и 1 литр воды дистиллированной, либо после обратного осмоса. Растворяя его в горячей воде, он будет растворяться постепенно в течение часа, на огне помешивать ложкой, он растворится. Ну а дальше профильтровать через такой бинт, марлю, сложенную в несколько раз, не жалеть тут, потом отжимать руками и все это, так сказать, держать в закрытой темной таре, либо в холодильнике, либо в погребке каком-то, в темной кладовке. Ежедневно надо по 1 столовой ложке за 30 минут до еды, до завтрака принимать. Ну и применять это до полного излечения. На это может уйти 2, 3, 4, 5 месяцев, у кого как, потому что это зависит от того, как много других факторов вы будете учитывать. Вот. Ну, теперь понятно, что это основа, но это недостаточно, и поэтому нужно говорить о травяном сборе. Есть очень хороший сильный сбор, его надо применять помимо прополиса, разумеется, то есть прополис отдельно, как я и говорил, а теперь про настой. Берется по 100 грамм каждого из трав. Что имеется в виду? Ромашка, пижма, полынь, гречавка, крушина по 100 грамм, как я уже сказал. Это все перемалывается до однородной примерно массы небольшого измельчения и хранится в стеклянной таре в сухом темном месте. Ну, можно в картонных пакетах. А потом 15 грамм этой смеси брать примерно на 250 грамм горячей воды градусов 80-85, но не выше. И запариваете в термосе в хорошем, который не сильно быстро остывает, до утра. А утром процедить и за час до еды это пить, соответственно. Если до завтрака раз в день вы будете выпивать этот стакан, оставшийся чуть испарится, чуть уйдет со жмыхом, то есть будет стакан или около того вот этого настоя. Очень хорошо. Имейте в виду, пижма, она опасна иногда бывает, поскольку содержит определенные токсические вещества при беременности, поэтому есть противопоказания. Как всегда, беременность, кормление грудью. Это имейте в виду. А вот до обеда вы можете тоже заранее приготовить вот такую смесь, скомбинировать, чтобы не дать возможность приспосабливаться. Из следующих трав. Это золототысячник берется, трилистник и девисил. Значит, понятно, также в равных пропорциях. И мелко измельченную смеси уже взять столовую ложку. И тоже 250 мл 85 градусов в термосе настаиваете не менее 12 часов. Ну, от 12 до 18. И этот настой принимать до обеда, стакан выпивать. До еды это может быть от 10 минут прием до 40 минут до еды. Лучше до 40, если вы тем более будете применять грибные препараты. А их применять вполне стоит. Но сейчас я расскажу еще альтернативный один метод лечения. Когда пройдет месяца два применения вот этих трав, стоит сделать другой. Заменить, скажем, метод на следующий. Брать и делать отвар молочая. Взять 5 грамм измельченных корней молочая. Ну и залить полулитрами горячей воды, 85 градусов в термос, на часов 5, можно и больше, но не менее 5,
настоять и употреблять 3 раза в день по где-то, ну, на 3 равных части. Разбейте, это я говорю все про взрослого человека. Детям уменьшаете просто пропорцию в разы. И если у вас есть какие-то опасения, всегда начинайте с доз еще в 3-4 раза меньше, чем я рекомендую, постепенно в течение недели, увеличивая до рекомендованных, чтобы избежать каких-то индивидуальных реакций, либо увидеть, что у вас на конкретные травы какая-то идет нежелательная реакция, чтобы можно было одни заменить на другие. Для лечения детских форм токсоплазмоза, ну вообще заболевания этого у детей, особенно младше 8 лет, рекомендуется все-таки другая пропорция других трав. Ну, во-первых, золототысячник одна часть, две части девятильника и 3 части трилистника водного. Вот размешать, приготовить этот, соответственно, порошок измельченных трав. Потом одну столовую ложку этой смеси взять и запарить горячей водой 85 примерно градусов в термосе, скажем так, часов на 5-6. И потом, отжав, в теплом виде детям принимать примерно по 100 мл за полчаса примерно до еды, за 40 минут, можно за 50, даже за час. Поэтому общее количество 350 мл, то есть эту столовую ложку заливаете 350 мл воды. Ну а теперь давайте я вам вот что скажу. В принципе, можно попробовать, вот для тех особенно людей, кто категорически не приемлет такие химические препараты, про которые я говорил, может попробовать излечиться следующим образом. Для этого ему нужно очень жестко соблюдать эти правила. Во-первых, в месяц первый нужно пройти антипаразитарную программу. Для этого смотрите вот это мое видео «Лисички». Под этим видео подробно вы можете открыть ссылки и посмотреть, какие это грибные препараты, где их купить, то есть, соответственно, полноценный весь антипаразитарный набор, и применять все по инструкции. Желательно к этому добавить, то есть полный антипаразитарный набор пройти, включая вот этот девятка 100 паразит препарат, который состоит из водных вытяжек, соответственно, трав определенных, и это будет первый месяц лечения. А вот уже на второй месяц лечения применять те травы, которые я описывал сейчас выше, и делать клизмы себе. Да, клизмы надо делать и в первый месяц прохождения антипаразитарной программы. Подробно, как это делать, какие в момент прохождения антипаразитарной программы, это описано у меня в мини-инфопродукте номер 14. Он также входит в полный набор антипаразитарный, который у меня представлен на сайте nadgar.ru. И вот на второй месяц вы делаете клизмы, помимо применения тех трав, которые я называл, а общее лечение займет не менее 4 месяцев. Ну и делав вот эти 2 литра для взрослого человека кружку эсмарха, залив через прямую кишку, понятно, анальное отверстие себе в кишечник, нужно держать, стараться 20 минут. С первого раза это не получится, кто к этому не привык, это нужно потренироваться. Позывы, чтобы это все вышло из организма, порой возникают моментально. Имейте это в виду, делайте, уменьшайте дозу. Литр там возьмите, хотя бы первый раз 5 минут, потом 10, ну, увеличьте, в общем. Таким образом, надо раз в неделю, предположим, в воскресный день или смотрите, в какой вам удобнее, проводить такие процедуры. Есть такой метод, который хорошо бы совместить. Можно с первого месяца, можно со второго. Если у вас переносимость достаточно нормальная к чесноку, это чесночно-медовую смесь. Нужно взять мед диких пчел. Не то, что в сотых идет, когда человек строит ульи, делая соты, вощину добавляя и так далее. А именно дикие, когда языки пчелы сами в дуплах либо в колодах строят сами и вот эти языки. Прототипы этих рамок, которые делает человек. Вот тогда взять примерно 250 грамм этого меда и 10 головок очищенных крупного чеснока. Значит, растереть его в ступке, либо в блендере, в кашицу. Чеснок перемешать, и вот это хранив в холодильнике, пить, есть натощак, минут за 40 до еды, примерно плюс-минус, по 2 столовые ложки 3 раза в сутки. Ну, ребенку меньше в пропорции. Месяца 2 подряд надо это делать. Есть надо тыквенные семечки, естественно, и хрен очень полезен, поэтому вот у нас есть, мы производим, к примеру, хренодерку, где хрен, чеснок, томат и гималайская соль, это и вкусно, как, скажем, соус, но полезно в том числе от возбудителей токсоплазмоза. Применялась издревле также и черемуха, как кому-то это может не показаться удивительным, простое растение вроде, но тем не менее. Берутся молодые веточки, в эмалированную емкость, они плотно складываются, например, в 2-литровые термосы большие. Кстати, у кого нет, я рекомендую термосы фирмы Термос, японские титановые брать. Они дорогие, но самые лучшие на всю жизнь хватит. Очень хорошо, до 2 суток держат тепло. И вот они заливаются, вот скажем, 2-1,5 литрами воды, градусов 70, и закрывается крышка. На 12 часов на ночь можно оставлять, и, соответственно, потом процедив, в теплом виде пить в течение 3-2 месяцев по примерно
3-4 столовые ложки примерно за 40 минут до еды 3 раза в день. Вот такой способ сочетаем, во-первых, с другими травами, сочетаем с чесночно-медовым, вот этим, так сказать, настоем, ну и с, естественно, антипаразитарной программой при прохождении вот грибными лечебными препаратами. Вот, пожалуй, и все. Что еще важно-то сказать? Надо ощелачивать организм. У большинства людей он закислен, особенно кто ест вареную, жареную пищу, тем более мясную, азот – это закислители, естественно, весьма серьезный. Я советую, во-первых, отказаться от приема потребления пищи животной. Это крайне вредно, особенно при имеющихся уже проблемах серьезных в организме. А вот как щелочить организм быстро, простым способом, вернуть кислотно-щелочной баланс в равновесие – это пищевая сода. Но не та, что продается в аптеках, а нужна химически, ну, в магазинах, а химически чистая нужна. И вот ее потребляете так, чайную ложечку, кидаете за 2 часа до завтрака в чашку, заливаете 85-90 или кипятком, размешиваете, она гасится, и потом, соответственно, остывая до 40-45, приемлемый, пьется за где-то 2 часа до еды стакан, так в течение 2-3 месяцев. Ну, это учтите, и, естественно, посмотрите обязательно мои лекции по питанию, и посмотрите мою лекцию «9 причин болезни», чтобы вот не верить, мне тоже, естественно, а думать, я хочу, чтобы люди просто думать научились, как что нужно и почему, от чего что зависит. То есть причинно-следственные связи, поняли. А поэтому смотрите мои лекции, в них вы найдете ответы на эти вопросы. Не надо писать эти вопросы, на которые я уже сотни раз отвечал. Просто смотрите мои лекции. Например, лекцию о лимфатической системе, о кровеносной и кроветворной системах организма, о дыхательной системе, о печени, поджелудочной и желчной пузыре и болезнях с этим связанных и как что лечить. Все вы найдете у меня на канале, обязательно смотрите. Ну а применяя вот эти меры, о которых я сейчас рассказал, вы, конечно, сможете победить эту болезнь, периодически обследуясь и проверяя, насколько эта методика, та или другая, помогла. Причем, действительно, из состояния некритической можно вполне начать с комплекса натуральных мер, а уж потом, если не помогут, дойти до крайних тех самых мер, которыми являются вот эти сильные химические средства комплексные. Так что здесь, да, это то исключение, когда я действительно могу и советую применять вот эти медицинские препараты сильные, хотя еще раз говорю, и без них справиться можно, но это зависит еще и от степени крепости, скажем, иммунной системы вашего организма. Ну что ж, дорогие товарищи, я надеюсь, данное видео было важным, полезным. Вы выпишите из него все эти методики, посмотрите ссылочки, где таблички даны по химическим препаратам, сделаете уже осознанный свой выбор. Можете проконсультироваться с лечащим врачом, как это говорится, сейчас у нас принято. Ну и думать и решать все равно вам. Поэтому важно, чтобы вы поняли, что и зачем, и почему. Надеюсь, теперь это вам понятно. Выбор за вами. Ну, а я прощаюсь на этом с вами и до новых встреч. Всего вам самого лучшего. До свидания.